Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Алкофан. Меня зовут Василий Захаров. Я, как всегда, для этого канала готовлю разные всякие коктейли. И сегодня мы готовим простой коктейль. Можно догадаться уже, либо прочитав, соответственно, надпись ролика, либо посмотреть вот сюда, вот Куба Либра. Свободная Куба, так сказать. Очень простой коктейль. Один из самых популярных в мире, несмотря на свою простоту. Он действительно вкусный, и его не составит труда приготовить дома. Нам понадобится вот еще вот лайм дополнительно к вот этим штукам, и, собственно, больше ничего. Ну и лед, крайне желательно. Поговаривают, что в 1900 году где-то в одном из баров Гавана был придуман этот коктейль. И там такая предыстория, что кубинцы отстаивали свою независимость от Испании, там какая-то битва против метрополии. Им в этой войне помогали, соответственно, американцы. И один из американских военных в честь победы Кубы придумал, говорят, такой коктейль. И, собственно, очень удивился, что все пьют, а названия нету, и воскликнул «За свободную Кубу! Por Cuba Libre!». И вот, соответственно, такая красивая история и такой вот очень красивый и вкусный коктейльчик мы сегодня готовим. Итак, нам понадобится лайм, четвертинка лайма. Из этой четвертинки лайма один кусочек мы чуть-чуть выдавим и бросим в стакан. Далее добавим лед, а второй кусочек у нас пойдет на украшение. Я не всегда заморачиваюсь с маленькими кубиками льда, иногда можно положить один вот такой вот большой, и этого хватит для того, чтобы сделать наш коктейль сегодня. Дальше наливаем ром. Мы используем золотой ром, а вообще, если вы хотите поэкспериментировать, можете использовать кубинские всякие ромы. Но опять же, насчет экспериментов, да, помните, что это кола, и какой бы чудо-ром вы ни взяли, он, ну, его вкус будет утерян безвозвратно. Вот. 50 миллилитров рома и 100 миллилитров колы, или 150, если вы предпочитаете, во-первых, напиток полегче, а во-вторых, так называемый классический микс-дринк, который мешается один к трем. Возьмем трубочки, немножечко, если у вас такие вот длинные трубки и вот такой вот стакан, я просто взял такой, чтобы можно было туда большой кусок льда положить, потому что в слинка или в хайбл, ну, соответственно, он бы не влез. И отрезаете чуть ниже колена. Оп. Чуть ниже колена, и у вас получается две трубочки, которые можно поставить в этот коктейльчик. И, соответственно, нам осталось украсить кусочек лайма, делаем надрез. Все. За свободную Кубу. Por Cuba Libre. Как всегда, прекрасен, неизменен этот коктейль. Для меня крепковат, честно говоря. Я вот люблю иногда, особенно когда восьмой выпуск снимаешь уже, полегче, конечно. Подписывайтесь на канал Алкофан, ставьте лайки вверх, подписывайтесь на группу «Настоящие бармены». С вами был Василий Захаров. Смотрите нас, пишите, что вы хотите, чтобы мы поснимали, может быть, еще. До скорых встреч, ребятки. Пока.